В Октябрьском состоялась внеочередная выездная администрация. Встреча с жителями была посвящена капитальному ремонту тепловых сетей в районе улицы Текстильщиков. На вопросы жителей поселка отвечали заместитель главы городского округа Люберцы Константин Карпов, главный инженер Люберецкой теплосети Андрей Хлопотин, а также представитель подрядной организации, которая проводит замену теплотрассы. Эта работа необходима для того, чтобы избежать аварий на теплосетях в зимнее время. Риск возникновения внештатной ситуации высок из-за устаревшего оборудования. Модернизации подлежит 850 метров сетей в двухтрубном исчислении. Нам надо с вами набраться терпения и еще 3 недели до 4 октября жить без горячей воды. Но это единственный вариант обеспечить нам бесперебойное прохождение отопительного сезона не только в этом году, но и в следующем. Потому что труба меняется на новую. Эту трубу не ремонтировали никогда с момента ее укладки. То есть локальные ремонты там с латанием дыр, они не могут быть бесконечны. Было принято решение, чтобы модульно-блочную котельную поставить. Дмитрий, подрядчик, значит, пошел на это, скажем, направление. Заказали дизельную котельную. И сколько мы могли, мы поставляли ресурс. Тот ресурс, который мы поставляли, при условии, что Дмитрий, значит, вкладывал туда определенные финансовые средства, сумма за подачу тепловой энергии, которую уже получали, выставляться не будет. Это общепринятое наше решение с администрацией и Люберецкой теплосети. Потому что нет информации, на какую вашу работу.